Вероятно, некоторые из вас видели и замечали в социальных сетях хендшеки с причудливыми и жутко красивыми девайсами из стабилизированного дерева. Сегодня мы вам расскажем об Asmodus Stride, который хоть и не может похвастаться красивой древесиной, но изо всех сил пытается под нее косить. Бывает, что вот достаешь девайс из коробки и примерно ожидаешь, что получишь. Со Stride же все слегка иначе, но в хорошем смысле. Выглядит BoxMod именно так, будто бы это очередной high-end девайс из какой-нибудь европейской страны. Это если смотреть издалека. В руках же ты понимаешь, что все эти красивые узоры находятся на обычном акриле. И сначала очень напрягает, что из-за него Stride становится довольно скользким. Однако пропилы на задней части спасают, в них удобно ложатся ваши пальцы, поэтому эргономичность в целом выходит на четверочку. Хотя мы все-таки не советуем даже капли жидкости попадать на корпус, потом будете долго мучиться с разводами. Да, вы уже поняли, что Stride не такой дорогой, как кажется. Он стоит всего лишь $70, и несмотря на это, в качестве сборки Asmodus упрекнуть сложно. Кнопки не трясутся, качество подгонки деталей отличное, ничего не болтается и не норовит отвалиться. Однако слегка смущает крышка аккумуляторного отсека, она хоть и сидит плотно, но вот потерять ее при смене вашей батареи проще простого. Правда, это навряд ли станет проблемой. На лицевой панели, кроме названия девайса, экрана и кнопок, находится порт microUSB, который можно использовать для зарядки. Дисплей-то, кстати, мог бы быть и побольше, благо места есть. Хотя читается он достаточно просто. Из сугубо технических фишек Stride может похвастаться максимальной мощностью 80 Вт, термоконтролем на основных материалах, режимом мехмода, а также готовыми пресетами преднагрева спиралей, софт и пауэр. Все заявленные функции работают отлично и без каких-либо проблем. Если вам вдруг не нравится цветовая комбинация элементов меню, то вы всегда можете ее поменять, сделав ее, например, бело-черной, да хоть кислотно-зеленой. Мелочь, а прикольно. В остальном же Stride нельзя назвать чем-то инновационным или удивительным. Задача такого девайса проста — выделяться. И он это делает превосходно. Не сильно разбирающийся человек 100% подумает, что у вас очень оригинальный и дорогой мод. Да и если честно, то VR80 просто позволяет вам выделиться среди толпы владельцев однотипных бокс-модов на 1.18650, не тратя при этом много денег. Для пущего эстетства поставьте на него какой-нибудь крутой сигаретный бак вроде байки и наслаждайтесь жизнью, будто бы вы никогда прежде не парили. Но это только в том случае, если вас не смущает марки и слегка скользкий корпус, а также не совсем удобная замена аккумулятора. Мы благодарим Asmodus за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, ТК для лохов, борева для пацанов.